Территория санатория закрыта для посторонних, но попасть в так называемые легкие города никто не рвется. Некогда зона для отдыха опустела и обветшала. От санатория одно только название. Кругом унылая архитектура, разбитые тропинки и хаотичное озеленение, за которое бьются общественники. Территорию нужно привести в порядок, говорит Александр Горностаев, гендиректор компании «Инком Сосны» и сособственник земельного участка санатория «Енисей». Вот это вот наследие постсоветского периода, которому уже свыше 50 лет, в которых жить невозможно. Это санаторий. Как можно здесь оздоравливать людей? Никак. Восстанавливать санаторий не вариант. Для оздоровления здесь ничего нет. А вот открыть зеленую зону горожанам можно. Если генеральный план примут, статус земли поменяется. Лес, уверяет владелец, не вырубят. А на месте забытого людьми санатория появится жилой комплекс. В проекте поликлиника, школа, открытый и благоустроенный берег Енисея. Все в окружении полувековых сосен. Сохраняем сосновый бор, который сейчас присутствует на территории санатория, он будет улучшен, он будет благоустроен. То есть проведется санитарная вырубка деревьев, будут досажены необходимые еще зеленые насаждения, и здесь будет устроен парк. В компании «Инком Сосны» говорят, в приоритете сохранить естественный природный ландшафт. Застройка планируется только в тех местах, где она возможна. Мы когда создавали этот проект, и самая главная изюминка была в том, чтобы сохранить лесной массив. Опыт объединения комфортабельного жилья и лесного массива у «Инком Сосны» есть. За плечами у компании ЖК «Удачный». Получится ли в этот раз, решит генплан.